Семей открылась фотовыставка, посвященная главе государства. Сотрудники местного краеведческого музея собрали снимки о жизни и деятельности Нурсултана Назарбаева, начиная с юных лет и до наших дней. Особое место в экспозиции отведено фотографиям, сделанным во время визита президента в Семей. Посетители музея также смогли увидеть архивный видеоролик об инаугурации Нурсултана Назарбаева. Воспитанники мужского лицея «Жасулан» исполнили песни, посвященные президенту. Цель нашего мероприятия – это пропаганда политики нашего президента, также обсуждение его стратегии, экономических, политических, развития нашей страны и обсуждение послания Нурлы Жол.